Деревня Святогорша. Упала башня водонапорная. Сгнила бедненькая. Вот так и живем. И понос, так золотуха. Все сгнило в этой стране. Ну что теперь, люди без воды, полностью вся деревня, частный сектор, трехэтажные дома вон есть, садик, школа начальная, котельная. Крышку верхнюю сорвала, куда утащила водой. Ледяные глыбы. Емкость для воды была когда-то